вроде бы как убрали, но не до конца. На той стороне речки валяется шкура в количестве двух штук. Вон одна, и вот тут вторая. На второй точке основные шкуры собраны. Также валяются вон ноги, копыта. Там вот головы. Мешки так и остались валяться. Очень много собрано. Здесь было очень большое количество. А место это засыпали грунтом. И похоже, что они их не вывезли. А вот они. Копыта лежат, ноги, шкуры из-под земли. Короче, они просто засыпали это место. Вонище, конечно, здесь стоит ужасное. Просто ужасное. Фух, кулятиной. Ну и здесь они также все сделали. Просто засыпали, присыпали грунт. Также возле этого места, где были сбросаны шкуры, появилась новая свалка возле самого ручья. Вывезли кто-то очень много картофеля, испорченного, наверное, и выбросили. И на берегу валяется, и туда вон мешки скатились. В ручье плавают шкуры. Отмытые. Никто их отсюда толком не доставал. Ну, это, видать, течение снесло. Там вон шкура плескается. Ну и добавляется еще тут резина валяется. Бутылки. Мусор прям в речку сбрасывают.